Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Меня зовут Маргарита, и сегодня мы с вами поговорим о недвижимости в Италии. Жилье в Италии становится мечтой для многих путешественников, несмотря на то, что покупка жилья не является основанием для получения вида на жительство. Но интерес иностранцев к недвижимости только растет. В Италии любой может выбрать недвижимость по своему вкусу. Средняя цена по стране составляет 2000 евро за 1 квадратный метр. Самая дорогая итальянская недвижимость находится в мировой столице моды в Милане, а самая дешевая стоимость жилья в Калабрии. Италия похожа на лоскутное одеяло, настолько разнятся ее регионы. Поэтому перед выбором недвижимости необходимо определиться с регионом, изучить местность и его менталитет. Иностранный гражданин, приобретая жилье, получает мультивизу, дающую право на многократный въезд в страну. В Италии можно находиться 90 дней в полугодии. Поговорим о процессе покупки недвижимости. Для покупки недвижимости в Италии не резиденту необходимо получить налоговый код в любом отделении налоговой службы Италии, открыть банковский счет в любом финансовом учреждении страны. Когда продавец и покупатель приходят к устной договоренности, они заключают соглашение о покупке, в котором указаны сумма покупки, способ оплаты, день подписания основного договора и прочие нюансы. Покупатель платит задаток 20-30% стоимости объекта. После проверки всех документов юристами стороны подписывают договор купли-продажи. Комиссионные агентству в Италии выплачивают как продавец, так и покупатель. Если покупатель не владеет итальянским языком, то при заключении договора должен присутствовать переводчик. Договор заранее должен быть составлен на двух языках, в противном случае сделку могут признать недействительной. После заключения сделки остается только получить документы, подтверждающие собственность. После можно считать себя полноправным хозяином итальянской недвижимости. Если вы хотите приобрести недвижимость в Италии, обращайтесь к специалистам нашей компании по указанному номеру телефона. Наши эксперты проконсультируют вас и помогут выбрать жилье вашей мечты. На этом у меня все. Всем пока!